Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас распаковка посылок с сайта AliExpress. А я хочу вас еще и пригласить в свой инстаграмчик. Там я снимаю всякие различные сторис. Думаю, вам будет интересно. Также выкладываю всякие МКшечки туда. Так что обязательно подписывайтесь, заходите в гости. Всем буду очень рада. Ну а мы с вами давайте приступим. И да. Ссылочку на свой инстаграмчик я обязательно оставлю в описании под видео. И ссылочки на товары, которые сегодня, конечно же, будем с вами распаковывать. И начнем мы вот с такой малышки. Здесь у нас резиночка пришла. Стоила она очень-очень дешево, не помню сколько. Очень много посылок, поэтому ковырять, лазить, девчонки, ну, не вариант вообще. Скажу так, что стоило очень дешево. Обычная резиночка розового цвета. Прикольненькая. Так, поехали дальше. Здесь что-то похожее на помаду, что ли. Не пойму. Да, девочки, представляете, тут помада. Вот такая вот фирма. Не знаю, что за помада. Давайте откроем, посмотрим. Также, девочки, приглашаю в свой ВК. ВК-группа там у меня есть. Там я иногда выставляю ссылочки на недорогие товары с AliExpress. Так что тоже заходите. Буду очень рада. Так, я так полагаю, что эта помада матовая. Потому что колпачок, вид у нее, в общем-то, так, нифига себе, какая круть, красивая помада, и она еще блестит, но она 100% должна быть матовой. Я не помню, чтобы я такую заказывала. Нет, я такую заказывала 100%, просто она, я уже и не помню. Классный цвет. Прикольненько. Так, ладно. Поехали дальше. Ура! Вот это я вам скажу, сколько стоит. 50 рублей я отдала вот за этот наборчик. А это... Да, это наборчик для фотографий. Это наборчик для фотографий. Я хочу снимать ноготки. Ну, вы меня поняли, да, мастера? В общем, долго говорить не буду. Вот такая вот красота. В наборе 5 штучек. 50 рублей. Я считаю, что для декора очень даже ничего и круто. Вот так. Так, дальше. Здесь пришли какие-то гель-лаки на ощупь. Какие, я, честно, не скажу. Так, это пришли дешевые гель-лаки. Очень-очень недорогие. Давайте посмотрим, что вообще за гель-лаки. Опять по-любосу какой-нибудь нюдовый, бежевый цвет. 100%. О, розовый. Круто. Розовый. Выкраску, девочки, сделаю. Ну, хотите, сейчас давайте сделаю. Так, номерочки. Ну, давайте выкраску тогда сегодня и сделаем. Именно этих гель-лаков. И вот такая еще у меня упаковочка такая большая пришла. Эти гель-лаки от Виналиса. Вы уже знаете, что я их люблю. Постоянно я на распродажах, на скидках на каких-то, с купончиками постоянно беру их. Осталось немножко, как я только все девочки, всю коллекцию соберу этих гель-лаков, обязательно мы с вами их выкрасим. Я вам покажу, как они ложатся, и все про них расскажу. Но смогу сразу сказать, что это высшие гель-лаки. Смотрите, ой, какое серебро красивое, какие тюбики. Вы посмотрите, как это все выглядит, как это круто смотрится и как это упаковано. Господи, я такого еще гель-лака не видела, девочки.
металлический такой эффект. Офигеть! Такая консистенция у них суперская. 7,5 миллилитров. Сроки годности до 2021 года. До декабря 2021 года. И номерочек 957. Круть. Давайте по-быстрому вам покажу. Господи, какая красота. Тюбики мне уже нравятся. Смотрите. Ой, это такой серый, темно-серый. Очень круто. Мелкий-мелкий шиммер. Красота. 958 номерок. Так. Ой, золотишко. Ура, золотишко. Давненько у меня. Точнее, у меня есть золото, но почему-то какое-то вот все слишком золотое. Прям желтизну отдает. А тут должно быть золото, я надеюсь. Да, это золото. Смотрите, 956 номерок. Девочки, я однозначно рекомендую эти гель-лаки. Я повторяюсь, не первый раз уже. Они просто нереально крутые. Так, 953 номерочек. Красота. Ой, мои клиенты вообще будут просто счастливы. У меня, знаете, сколько гель-лаков? Я посчитала. Более 250 тюбиков гель-лаков. Вы представляете? 250. Больше даже 250. Мой муж говорит, что я сошла с ума. Ну, блин, я мастер, поэтому мне однозначно нужно больше всяких блесток, гель-лаков. Посмотрите, какой цвет. И самое главное, что все цвета совпадают с тюбиком. Так, и вот желтый. Желтый. Такой прям нежно-желтый должен быть. Да, просто супер, девочки. Просто супер. Вы, конечно, не обижайтесь, но, девочки, выкраску я вам покажу, как все соберу. 937. Так, все, и давайте сейчас выкрасим те гель-лаки. Посмотрим на их консистенцию. Так, девочки, подготовила типсики. И давайте выкрашивать первый цвет. Давайте вот розовый, которого я начала открывать. Так, номерок. Фирма 8 мл объем, пластиковый тюбичек. Ну, как бы, вы знаете, в пластиковых тюбичках гель-лаки. И, самое главное, дешевые гель-лаки. Качество отличное. Обожаю. Особенно, девочки, вот эта вот фирма. Вот это. Вообще просто огонь. Вот этот красный цвет. Он, во-первых, красивый, классический красный. Он у меня разошелся. Там просто это осталось, мне кажется, на донышке. На одного клиента бы хоть хватило. Отличный гель-лак. В носке супер. Просто шикардос. Так. Давайте выкрасим эти гель-лаки. Сейчас посмотрим. Ой, какой красивый нежный цвет. Прям розовенький, прям нежнятинка. Супер. Просто супер. Смотрите, один слой. Один слой, девочки. Так, мое кольцо. Все сбивает. Вот такая красота. Конечно, нужно два слоя. Поэтому мы сделаем два слоя. Так, отправляю в лампу. И давайте следующий цвет. Это вот такой вот номер. И здесь такой персиковый, что ли, давать. Такой персиково-розовый. Такой прям кремовый. Так ложится здорово вообще, супер. Приятно, знаете, девочки, вот с такими гель-лаками работать. Ничего не пузырится, все так вообще супер. Одно удовольствие. Сейчас посмотрим, как они будут сохнуть. Такой вот красивый цвет. У вас, конечно, он посветлее на камеру, а так он очень крутой. Так. Давайте нанесем второй слой. Да, бутылочки. Ну, сейчас я вам скажу, кстати, по наполняемости. Ну, где-то вот так здесь. То есть, как бы не полные они. Ну и ладно, они дешевые. Можно еще заказать, не жалко. Тем более за качество.
Вообще отличное качество гель-лаков, девочки. Вот, супер, отлично. А я еще и покупаю, девочки, с кэшбэком. Еще и мне кэшбэк начисляется. Представляете, рублей 30 гель-лак. Еще и мне кэшбэк начисляется с этих гель-лаков. Ссылочку, кстати, на приложение кэшбэк я вам оставлю в описании тоже под видео. Зайдите, посмотрите. Там будет мой кодик, можете его вбить, и вы еще дополнительно получите 40% на 2 недели к своему основному кэшбэку. Это очень выгодно. Так что обязательно зайдите, посмотрите. Приложение это можно скачать на Play Market совершенно бесплатно. Я денежки уже выводила. Никакой это не обман, все вообще супер. Все шикарно работает. Еще хочу задать вам такой вопросик. Что бы вы еще хотели видеть на моем канале? Может, какую-то, не знаю, там, что-то не про ногти. В общем, девчонки, пишите в комментариях, что бы вы еще хотели видеть. Или побольше ногтей, или побольше дизайнов, побольше распаковок. Ну вот пишите, в общем, мне очень интересно знать, что вам нравится. Так. А мы с вами поехали дальше. Так, и, кстати, вот сейчас нанесла второй слой этого гель-лака. Вообще шикарно, просто шикарно. Два слоя вообще достаточно. Так, номерочек. Ой, ну, конечно, конечно, конечно. Как, куда же я без бежа-то? Бежевый это вообще просто тема. Вы посмотрите. Он еще и выравнивается, девочки, сам. Понимаете, о чем я? И, кстати, я постоянно, девочки, постоянно кидаю ссылочки на дешевые гель-лаки. Бывает, знаете, целая палитра. А из всей палитры там парочку гель-лаков совсем низкой стоимостью. То есть, как бы можно взять, это выгодно и вообще супер. Вообще, посмотрите, он сам выровнялся. Все, одного слоя просто достаточно. Шикарный гель-лак, шикарный. В лампу. Так. Следующий номерочек. Так, здесь у нас тоже что-то такое светлое, такое бежевенькое. Тоже красивый гель-лак. Красивый цвет. Светленький такой прям. Ну, а почему бы и нет? Я любитель всяких гель-лаков. А вот, я думаю, каждый мастер любит гель-лаки. Чем больше, тем лучше. Так, смотрим. Смотрите, просто один слой. Шикардос. Супер. Так. Достаем те, что у нас уже подсохли. Смотрите. Вы просто посмотрите на это. Это круто. Круто, круто вообще. Идеально. Я считаю, что это вообще супер гель-лаки, девочки. Супер. Так, давайте. Сейчас мы с вами нанесем второй слой. Я все-таки сделаю два слоя, чтобы на палитре было два слоя. Так-то, конечно, можно и в один. Мне, блин, да что ж такое, прилипло что-то. А мне хочется в два слоя. Сейчас прям тоненько-тоненько. Так, все. Тоненьким-тоненьким слоем. И все шикарно. Так, дальше. Красивый такой, даже под френч, девочки, пойдет шикарно. Супер. Тоже тоненьким слоем. Все, супер. Смотрите, шик и блеск. Так. Пусть сохнет. Сейчас мы с вами нанесем последний номерочек.
И здесь та-да-да-да-дам, 100% тоже какой-то светлый. Розовый, девочки. Так-так-так. Что-то мне кажется, что у меня такой... Ну-ка. Ой, извиняюсь, девочки, извиняюсь, извиняюсь. Но мне почему-то кажется, что мы только что такой наносили. Нет, представляете, просто оттенок разный. Видите? Прикольно. Так, ну все, теперь у меня полно всяких розовых лаков. Вот этот, кстати, вот этот цвет, он такой более прозрачный. Прям неплотный. На ноготках даже не знаю, сколько слоев понадобится. Давайте сейчас посмотрим. Прям тоже классный под френч будет. Тоже супер. Идеально вообще. Так, здесь у нас подсохли наши типсы. Смотрите. Супер. Скажите. Так, а что это у меня тут? А нет, все супер. Все отлично. Я, наверное, может, задела. Вот, шикарно. Так. И давайте еще разок нанесем сюда. Второй слой. Что-то прямо какой-то прозрачный. Вот опять не угадаешь. Хотя, знаете, цвет очень крутой. Я думаю, что шикарно он пойдет. Вот френчик. Такой он прям красивый. Надеюсь, ну, знаете, он вот отличается от других. Он немного вот проплешина все равно есть у него на два слоя. Ну ладно, думаю, сейчас топом перекроем, и все будет супер. Так, перекрываю топом и вам показываю результат. Так, девочки, перекрыла я все топом. Смотрите, какие цвета нежные. Вот прям вообще нежнятина-нежнятина. Очень красивые цвета. Вот такие вот гель-лаки, девочки. Ссылочки обязательно оставлю под видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, если понравилось видео. Если нет, то пишите, почему не понравилось. Будем исправляться, буду делать все, чтобы вам нравилось. Всем до новых встреч, всем пока-пока.